Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мотобрендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаем предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен четкий мотоцикл? Айда в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. Привет! А существуют ли абсолютно надежные автомобили? Об этом можно бесконечно спорить, но действительно близко к этому званию подобралась одна из моделей Toyota. Итак, вы на канале АвтоСтронг и сейчас увидите подробнейший обзор Toyota Camry XV40. Итак, перед нами шестое поколение Toyota Camry. Среди фанатов она известна как 40-я. Это действительно надежный автомобиль. При условии нормального и своевременного обслуживания пройдет 500 000 километров без особых проблем. В принципе, на этом можно и заканчивать обзор. Но мы компания АвтоСтронг, это не про нас. И сейчас вы узнаете все намного подробнее. Если вы владелец или собираетесь купить этот автомобиль, приготовьтесь узнать, за какими вещами надо пристальнее присматривать, чтобы Toyota Camry шестого поколения служила еще дольше. Ну или чтобы отличить и не купить добитый экземпляр. С кузовом у Toyota Camry все сложно, особенно если автомобиль довели до ручки и оставили буквально гнить. Вы вряд ли найдете Camry 40-ку, у которой ржавчина не проступила на внешних кузовных панелях. Краска вокруг дверных ручек и на кромках дверей служит хорошо и долго. А вот если машину не часто мыли зимой, то рыжиками могут покрыться нижние кромки дверей. Также будут потихоньку ржаветь арки задних колес. Но это мелочи, потому что коррозия создает еще проблемы в других местах. Если коврик со стороны водителя намокал, то стальной пол ржавеет до дыр. Поэтому поднимайте ковролин и смотрите за состоянием. Затем поднимаем капот и осматриваем передние стаканы, то есть опоры амортизаторов. Значит, в автомобилях с четырехцилиндровыми двигателями Toyota Camry эти места ничем не прикрыты. А вот в Camry с моторами V6 эти стаканы прикрыты ковролином. Но суть дела не меняет. В этих местах по-любому появляется коррозия. Коррозия появляется изнутри стакана. Затем появляются дырки. Стакан ослабевает и может лопнуть. Выход только один. Вываривать старые стаканы, брать другие стаканы с машины донора и вваривать обратно. Еще одна неприятно ржавеющая деталь – это труба, которая соединяет горловину бака и сам бак. Если она заржавеет, то появляются дыры, и тогда бензин выливается наружу. Пока этого не случилось, надо снять левый локер и оценить состояние. И далее по обстоятельствам либо снимаем, зачищаем, красим, покрываем антикором, либо устанавливаем новую трубу. Но нам ваш совет: не затягивайте с этим. Если брызговики, то есть стальные арки в кузове в плохом состоянии, то тогда придется прибегнуть к их ремонту, то есть зачистке, переварке и покрытию антикором. Далее открываем крышку багажника и осматриваем ее на предмет коррозии. Потом снимаем уплотнитель периметра багажника и оцениваем состояние бортика. Если коррозия присутствует в желобе, а особенно в местах сваривания двух кузовных элементов, то это говорит, скорее всего, о ДТП. А вообще металл Toyota после ДТП расцветает после нескольких лет, и с этим ничего поделать нельзя. Обязательно осмотрите нишу под полом багажника для запасного колеса. Дело в том, что на замученных автомобилях реагентами дорожными коррозия проступает снизу. А если вода в нише, значит, ищите незакрытое заглушкой технологическое отверстие. Скорее всего, заглушка отверстие
отвалилась. Другие стальные проблемы Toyota Camry носят чисто косметический характер. Например, со временем облазит краска с поводков дворников, обнажается корродирующий силумин. Также поводки дворников могут задевать задний край капота, а это говорит об износе втулки шлицевого штифта трапеции. В этом случае надо заменить трапецию целиком, либо вытачивать ремонтную втулку. Оригинальные легкосплавные диски плохо покрашены и ненадежно. Их поверхность спучивается и иногда отваливается. Здесь же у нас стальные диски и тоже ржавые. Несмазанные петли капота работают неправильно. В закрытом положении приподнимается задняя часть капота и увеличивается зазор между крылом и капотом. Есть выход. Либо смазывайте петли, либо же покупайте неизношенные БУ петли. Неработающий ограничитель и провисшие петли передней водительской двери значительно правдоподобнее говорят о пробеге, лучше, чем любые цифры на одометре. Ну, вообще, 40-ю Camry на предмет коррозии лучше всего рассматривать на СТО. Об этом мы подробнее вам чуть позже расскажем. Раскосые фары 40-й Camry с завода светят плохо. И даже с ксеноном, и даже с дорогущими оригинальными лампами с соколем D4S. Стекла фар мутнеют, вдобавок облазит покрытие с отражателей линз, и свет тускнеет. Приходится реставрировать оригинальные фары, либо же покупать новый, не оригинал. Салон Toyota Camry огромный, как по ширине, так и по длине. Но выглядит недорого, хотя пластик на руле и на дверных ручках долго сохраняет нарядный вид и не протирается. Обшивка сидений тоже сделана на совесть. У этой машины могут возникать проблемы с карданом рулевого колеса. На это указывает либо металлический стук, либо закусывание и тугое вращение руля. Если износилась верхняя крестовина или шлицы в соединении верхнего и нижнего вала, то на это указывает стук и люфт. А вот если руль вращается с трудом, то это дорожные реагенты убили нижнюю крестовину. Проблема известная. Она, кстати, перенеслась и на следующее поколение Camry. Много предложений по неоригинальным промежуточным рулевым валам. А также некоторые СТО занимаются заменой крестовин. Если на рулевом колесе Camry перестали работать кнопки, то, скорее всего, проблема в обрыве шлейфа. Но это не частая проблема. Если машина укомплектована парктрониками, то обязательно включите их. Кнопка расположена слева от рулевого колеса на уровне колен. Если один из датчиков не исправен, то тогда машина будет постоянно пищать. Отметим, что может выйти из строя управляющая микросхема вентилятора салона. При этом вентилятор не будет отключаться даже при выключенном зажигании. В этом случае придется менять вентилятор и всю управляющую его электронику. Toyota Camry в 40-м кузове встречается с четырьмя разными двигателями, но в большинстве своем встречается двигатель 2.4. Это агрегат 2AZ-FE. Неубиваемая лошадка, ездит долго, 500 000 километров без особых вложений. Но если не чистить бутерброд из радиаторов, то тогда мотор может перегреться вплоть до срыва ГБЦ, потому что резьба под болты ГБЦ не выдержит. Этим страдали двигатели 2AZ-FE примерно до 2010 года, а затем инженеры улучшили контур охлаждения. Но все равно злоупотреблять надежностью двигателя 2AZ-FE не стоит. Дешевое масло, нечастые его замены, а также температурная нагрузка неизбежно приведут к масложору. И отметим, что двигатель 2AZ-FE завода склонен к небольшому масложору. По-хорошему, при покупке стоит оценить замасленность свечей, а еще лучше заглянуть в цилиндры, посмотреть, остался ли там хон, сколько нагара и так далее. В целом, если владелец не злоупотреблял надежностью этого мотора и
и обслуживал его вовремя, он способен пройти мотор более 500 тысяч километров. А затем, скорее всего, из-за критичного износа стенок цилиндров упадет компрессия и появятся сопутствующие симптомы. За этот пробег придется заменить несколько цепей ГРМ. Ходит цепь ГРМ примерно 200 тысяч километров, а ее ресурс напрямую зависит от частоты масляного сервиса. Кстати, в этом моторе нет гидрокомпенсаторов и тепловые зазоры, если автомобиль эксплуатируется на газу, надо регулировать каждые 100 тысяч километров. В продаже есть Toyota Camry с гибридной силовой установкой. В ее основе почти тот же 2,4-литровый мотор, но работающий по циклу Аткинсона. Его степень сжатия увеличена до 12,5, и в паре с ним работает электромотор. Суммарная мощность такого агрегата 190 лошадиных сил. Кстати, ДВС и электромотор соединены с межколесным дифференциалом, не вариатором, а фирменным делителем мощности с двурядным планетарным механизмом. Что можно сказать о гибриде? Его не надо бояться. Слабая деталь – инвертор. Он выходит из строя, а вернее перегревается из-за прекращения циркуляции антифриза в контуре его охлаждения. Во-первых, в специальном бачке должен быть нормальный уровень антифриза, а во-вторых, должна работать помпа системы охлаждения инвертора. Она должна включаться сразу после запуска силовой установки. Ее включение и журчание антифриза отчетливо слышно через 5 секунд после включения зажигания с нажатой педалью тормоза. Батарея находится позади заднего сидения. С батареей проблем никаких. Она не умирает сразу целиком и полностью, а отдельными ячейками. Их можно заменить, и специальные гибридные сервисы в этом помогут. Экспресс-тест батареи очень простой, но для этого она должна быть полностью заряжена. Выезжаете напрямую, втапливаете газ в пол, проезжаете 300-500 метров, заряд батареи должен упасть на 2-3 деления. Если упал до половины, то значит некоторые ячейки в батарее надо заменить. На рестайлинговых Camry V40 из США базовым двигателем был 2,5-литровый 2A RFE. Это замечательно. Двигатель, и он впоследствии достался Camry V50. Надежный, без проблем, проедет 500 тысяч километров. Главное, не экономить и менять масло каждые 10 тысяч километров. Будете экономить, тогда придется менять цепь ГРМ при пробеге в 200 тысяч километров, а также вероятен масложор. Топовый двигатель для Toyota Camry объемом 3.5 2G RFE радует во всех смыслах. Радует темпераментом, радует и надежностью. Но в первые годы выпуска лопалась резинометаллическая трубка подвода масла к фазовращателям, то есть к фазовращателю на задней ГБЦ. Эту трубку меняли по гарантии. По гарантии устанавливали металлическую трубку. При больших пробегах стоит посматривать или превентивно поменять трубку к масляному радиатору. Toyota Camry в кузове V40 – это последняя Camry, которая доступна с МКПП. В принципе, для Camry V40 МКПП – это редкость. И никаких проблем в целом с МКПП нет. А автоматические трансмиссии тоже в целом надежные. Они, естественно, разработаны компанией Aisin. Ну и в большинстве случаев идут на ремонт из-за износа муфты блокировки гидротрансформатора. В паре с 2,4-литровым двигателем, как в нашем случае, работает трансмиссия U250E. Это надежная трансмиссия, и если она отправляется на ремонт из-за возраста, то в ней меняются все расходники от сальников до фрикционов. Ну а если владелец предпочитает агрессивную езду, то тогда может возникнуть износ задней крышки, в которую встроена опора барабана овердрайв. Американской Toyota Camry с двигателем 2.5 достался обновленный, но не менее надежный автомат U760E. Это облегченный U660E, который достался Toyota Camry с двигателем 3.5. U760E пройдет более 400 тысяч километров, выходит из строя по пробегу, а при ремонте меняются в основном только расходники, сальники и фрикционы.
Важно знать, меняйте масло каждые 60-80 тысяч километров, и все будет хорошо. Все это можно сказать про более старый Ю-660Е, но с оговорками. В первые годы эта трансмиссия боролась с врожденными слабостями. И эта трансмиссия устанавливается в паре с двигателем, который провоцирует на более агрессивную и динамичную езду. Да, вместе с двигателем 3.5. Соответственно, нагрузка на трансмиссию выше, и срок службы трансмиссии зависит от адекватности пилота. Кстати, в трансмиссии гибрида масло тоже надо менять. Меняется оно практически как в МКПП, а для заправки используется масло Toyota WS. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. И у нас обалденная новость в АвтоСтронге. Сейчас вы можете приобрести не только отличные БУ запчасти, но и новые запчасти. Поэтому обязательно звоните нам, пишите в мессенджеры, заходите на наш сайт и заказывайте. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Прежде чем начать рассказ о подвеске Camry, вернемся к коррозии. Выхлопная система ржавеет до дыр, поэтому ржавые банки глушителей – это повод для торга. Также обратите внимание на состояние топливного бака и на состояние заправочной трубы, которая хорошо видна на подъемнике. С подвеской у Toyota Camry все хорошо, особенно если машина эксплуатируется на 16-дюймовых дисках. Диски большего диаметра подразумевают меньший профиль шин, который меньше помогает подвеске преодолевать дорожные тяготы. Расходники подвески – это втулки и тяги стабилизатора. Входят в среднем 60 тысяч. По оригиналу стоят всего лишь 7,20 долларов. Очень дешево. Шаровые опоры продаются и меняются отдельно. Цена оригинальной шаровой – 50 долларов. Все остальное в передней подвеске служит по 150 тысяч километров. Сейлинг-блоки передних рычагов продаются вместе с рычагами. Если вы нашли оригинальный рычаг за 200 долларов, то вам повезло. Предложений по неоригинальным сейлинг-блокам предостаточно. Их можно перепрессовывать. В задней подвеске по 3 тонких рычага на каждое колесо. Стоит от 60 до 100 долларов. Служит примерно 200 тысяч километров. В целом подвеска Toyota Camry надежная, неприхотливая и недорогая. Простота и надежность Toyota Camry впечатляет, однако с годами коррозия вносит свои коррективы. Именно состояние металла и определяет цену этого автомобиля на вторичном рынке. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные и подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».